В Дзунхемчинском районе полицейские пресекли незаконную транспортировку более 700 бутылок алкогольной продукции. 12 марта на 1022 километре автодороги Р-257 Енисей вблизи города Чадана сотрудники ДПС остановили для проверки микроавтобус «Газель», за рулем которого находился 25-летний житель города Кызыла. При досмотре в кузове автомобиля полицейские обнаружили и изъяли 740 бутылок водки, не имеющих акцизных марок. При досмотре автомобиля полицейские обнаружили в кузове и изъяли 740 бутылок водки, не имеющих акцизных марок. Изъятая алкогольная продукция была направлена на экспертизу ВКЦ МВД по Республике Тыва. Согласно результатам проведенного исследования, спиртосодержащая жидкость, находящаяся в бутылках, не соответствует требованиям ГОСТа для выпуска алкогольной продукции по физико-химическим показателям. Общая стоимость спиртосодержащей жидкости составила более 138 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело производства, закупка, поставки, хранения, перевозки и розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенная в крупном размере. В настоящий момент в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.